помимо того, что в этом видео мы восстановим смартфоны, после падения я вам еще хочу посоветовать, как восстановить свою нервную систему после того, как ваш любимый гаджет упал и разбился. В этом вам поможет фотоконструктор Mozabrick, с помощью которого можно создавать вот такие восхитительные картины в стиле пиксель-арт. Для того, чтобы создать этот шедевр, мне не понадобилось ничего докупать, все необходимое шло прямо в наборе, пакетики с 5 цветами деталек, на каждом из которых определенный значок, который нужно поставить на свое место в соответствии с инструкцией. Сама инструкция по сборке отображается на смартфоне, и чтобы ее загрузить, необходимо считать код с коробки, затем загрузить совершенно любую фотографию, которую хочется воссоздать. Я, например, собрала себя любимую на основе фотографии, которую сделала в путешествии в свой день рождения, я ее просто обожаю, и теперь она будет радовать меня прямо на рабочем месте. Работает все максимально просто, так что подойдет для всех возрастов. Кстати, можно такой конструктор собирать вместе с ребенком. Вы, например, одну часть собираете, он другую, потому что очень удобно.